Обе стороны передали об обстреле, школы. Ну да, каждая дала на каждая свалила на противоборствующую сторону, но сходится в одном, 4 школьника погибли. Да, это вообще ужасно. Хотя, честно говоря, как, находясь в Донецке, боевики могут обстреливать свои кварталы, это интересно. То есть, каким образом град из одного квартала в другой может стрелять. Там есть версия недолета до аэродрома, да, вот я не знаю, такое я прочитал. Ну, в смысле, в школе были мощные кондиционеры включены и отклонились. Возможно.